единственный крытый каток в Шушарах собираются сносить. А ведь заниматься зимними видами спорта в микрорайоне можно только здесь. Арена проработала всего лишь год, но уже стала дорога многим жителям и начинающим спортсменам. Сегодня мы приехали узнать, нужен ли вообще шушарцам каток и как они смотрят на его закрытие. Нужен ли каток Шушарам? Ну так-то да, конечно, очень удобный, выгодный вариант. У меня у самой сынок занимается. Тут очень много детей, и как бы думаю, это очень необходимо. Нужен обязательно, потому что посмотрите, сколько жильцов живет здесь. И все молодые семьи, мамочки, у которых дети только начинают расти. Надо и школа, и садик, все надо. Он наверху, он никому не мешает. Это единственное нормальное, адекватное, то самое, которое, куда могут ходить дети. Точно нужен, однозначно. Катков рядом нету, и хотелось бы, чтобы они были, чтобы их было побольше. Знаю, что очень много людей жалуются, кто рядом живет, а так вообще каток, мне кажется, нужен. Почему? Деткам. Ну, очень удобно, потому что с детьми постоянно сюда ходим. Вот, в принципе, нам нравится. Конечно, нужен. Много детишек. Они приходят, занимаются фигурным катанием, учатся, тренируются. Других вариантов тут нет. Ну, не знаю, нам нравится. Вообще нужен, но вот здесь он неправильный и не по делу. Для детей практически нет ничего. Единственное, наверное, что вот здесь и школа. Поэтому я считаю, что как-то не очень-то хорошо. Лучше бы сохранили это все. Но сделав детскую площадку, ничем не будет лучше. Это более перспективное для жителей. Нужен ли такой спортивный центр в Шушарах? Нужен, но не здесь. А где? Тесновато. Вон поле есть. Ну, не место здесь. Каток, конечно, нужен. Здесь нет ничего, кроме него. На районе нету льда. Вот и все. Что, и хоть что-то появилось новое, то хорошо, то занято все. Ну, я считаю, что это очень классный социальный объект для молодежи, для детей, и где еще им проводить время, как раз таки у нас хотя бы был каток для этого, и очень жалко, если закроют. Сколько детей сюда ходит, вообще коробка это не отдыхает, футболисты, хоккеисты, гимнастки, нужен, я точно говорю, что нужен, у меня сюда внуки ходят.